6 марта в Орске в 10:40 Управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций администрации города провело проверку работы системы оповещения с практической подачей сигнала «Внимание всем». Сигнал подавался на протяжении 3 минут. Услышав его, необходимо было соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома и включить сообщения на телевизионных каналах или радиостанциях.